Хаймура Мини представляет собой алюминиевый бокс для пассивного охлаждения накопителей размером 2,5 дюйма, установленных в обычных отсеках 3,5-дюймовых десктоповых корпусов. По умолчанию бокс рассчитан на установку накопителя высотой 14,8 мм. При этом в комплект поставки входит еще две толстые термопрокладки. Одна из них ложится в случае использования диска высотой 12,5 мм. Если используются носители данных высотой 9,5 мм, то необходимо положить две прокладки. Безусловно, сайт Хаймура Мини – вещь достаточно интересная. Работоспособность ее никаких вопросов не вызывает, так как практическое тестирование показывает, что даже при несильном нагреве твердотельного накопителя его температуру запросто можно снизить еще на 5 градусов. Скорее всего, при высоких температурах разница получится еще внушительнее. Однако рекомендовать такой бокс к покупке можно лишь в ряде узких случаев, например, при использовании высокооборотистого HDD или SSD, который по каким-то причинам разогревается выше положенного.